Так, и продолжаем. У меня тут что-то запись прервалась. Ну, собственно, давайте проверим. По-моему, нас там подранили. Да, нехило, причем так. Руку порвали. Аж до открытого перелома. Все, подлечимся. И надо пробираться дальше. Я, честно говоря, это место вообще не помню. Но по ходу дела разберемся, я думаю. Так. Куда же нам идти? В принципе, где-то вот здесь, когда в первый раз я играл, я, по-моему, ее и забросил. Что-то у меня там... Да, скрытности... Прятаться надо. Что-то у меня с ней случилось. Она и сейчас не очень стабильно работает. А на момент выхода вообще там куча проблем с ней была. Причем это была лицензия. Ну и сейчас я на лицензии прохожу. Ты, может, уйдешь куда-нибудь, братюнь? Что-то ты меня пугать начинаешь. Так, ну у меня выхода не остается, кроме... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты откуда взялся? Снова на улице, Стив. Как думаешь, может, они его поймали? Не уверен. Продолжай искать. Тихо, аккуратно. Не пылим. Посидим в темноте, отдышимся, а то у нас парняга что-то вообще уже в панике. Ой, там я вижу фонарик. Получу, будем за ним наблюдать. Так, он, блин, не увидел ли меня случайно? Ой-ой-ой. Блин. Ах, зацепил. Как жалко, что наш персонаж не умеет бегать. Уничтожьте его. Ну бегу, куда убить глаза его глядят. Меня сейчас, похоже, убьют. Убить его. Не поддается. Блин. Взять его. Фу. Так. Чё, куда? Он, видимо, туда. Блин, кто садит-то уже? Давай, 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 давай. Давай, братюнь. Фу. Я надеюсь, сюда они не пролезут. Да уж. Кстати, локализация вот чисто вот этих горожан очень, я бы сказал, достойная. Видел недавно, вернее, слышал английскую локализацию. Там они не намного лучше хрипели, конечно. Вообще... Озвучка не самая сильная сторона этой игры. Но, тем не менее, конечно, с интонациями главного героя, с его фразами, они запороли практически всю атмосферу. К сожалению, у меня... Тихо. Он должен быть где-то здесь. Рассредоточиться, обыскать весь этаж. Он где-то прячется. Блин, как крысу меня загнали. Короче говоря, у меня на семерке 64-битной почему-то только вот эта лицензия моя древняя, которую я кое-как откопал, работает без проблем. А с англификатором она то не запускается, то зависает. Поэтому уж простите, но проходить будем русскую. Хотя многие, я тут уже понял по комментам, что очень недовольны русской озвучкой, как и я. Но имеем, что имеем. Так, ну давайте аккуратненько, осторожненько. Это у нас что такое лежит? Блин, голоса, конечно. Может, он скоро восстанет. Что? Так, куда я иду? А, вот тут, видимо, можно будет. Тихоньку. Блин, да быстрее ползи. Ой, тут кто-то ходит. Блин, надо зашухериться, он туда под лестницу. Да, быстрее, блин, а. Собака, нервная игра какая. Звук тут, кстати, хреновый. И звук вообще не пугает, в принципе-то. Тут сама атмосфера давящая. Это, что тебя выцепляет, как, я не знаю. Может, там... он уже сбежал?
Да-да, я уже сбежал, не ищите меня. Он один, без оружия и без надежды на спасение. Надежды есть. Мне не так просто. Блин, как же медленно он ходит. Может, в настройках есть кнопка бега? Я не знаю, может, я опять что-то там не нашел. Так, настройки клавиатуры. Нет, ходит как больная бабушка. Ёлки-палки, ну что ж такое? Меня там, кстати, из ружья же подпилили. Давайте-ка подлечимся. Пока никто не видит. Хотя, конечно, надо было сначала отсюда выход найти, потому что я думаю, с местным стелсом от них я тоже огребу. Так, мне, наверное, сюда? Или нет? Блин, да не дышит так тяжело. Где второй-то? Я не вижу его. Думаю, его скоро схватят. Так, он там. Черт. Почему вокруг этого чужака такая шумиха? Не знаю. Ты главное смотри в оба. Опа, опа. Так, и что мне это дало? А, ну, я видел, что там как минимум один. Один тут и один тут стоял. Значит, их трое как минимум. Так, и что мы делаем в этом... подполе. О, крыски. Ненавижу крыс. Одно время довелось работать грузчиком в продуктовом. Еще в пору. А, совсем зеленой юности. Смотри в оба. Он может. Блин, вы бы видели, как там продукты хранятся. Там крысы по мешкам с картошкой бегают, по чипсам, которые вы жрете, по кока-коле, которую вы пьете прямо с горла. Блин, после этого я только стаканами пользуюсь. И крыс после этого ненавижу вообще. Пронырливые животные, наглые, блин. А уж до каких размеров вырастают. Это как, блин. С кошку точно бывают крыс, сам видел. Ну давай ползи ты быстрей. Мне нужно собраться с мыслями. Тебе выбираться отсюда надо, а не с мыслями собраться. Так. Ну, я не знаю, зачем я здесь. Может, он уже сбежал? У тебя что, крыша начинает ехать, что ли? Я не пойму. Собраться с мыслями. Не знаю, зачем он здесь. Выбираться надо, он паникует. Что такое? Ой, ой. Мы его впустили. Возможно, он как-то выбрался. Откройте передние ворота. Так, это не ко мне дверь ведет? Переменим ордена Дагона. А, нет. И убейте его. Проклятие. Этот орден и правда смерти моей хочет. Нужно быть начеку. Так, и что мне это дало? По крайней мере, сохранение это уже радует. Надеюсь, сюда никто не зайдет. Но дверь подперта, в принципе-то. Это уже обнадеживает. Да уж. Идем. Толкаем. Так, не в ту сторону, похоже. Давай, 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 братень. Напоминает атмосфера, кстати, Resident Evil 4, начало, где там в этой испанской деревушке. Ощущения примерно те же, когда за тобой все охотятся и спрятаться негде. Так, ну что, открывайся. И что, где это мы? А, ну понятно. И вон там он у нас выход, по-моему. Я так понимаю. А почему бы мне не вернуться и по... Так, ну сейчас посмотрим. Хотя они, может, вышли, и тут уже никого нет. Ой-ой-ой. Ага, нет никого, как же. Ух ты, блин, сколько у вас там. Так, ну я думаю, блин, не тут дверь, а где дверь-то? Там, что ли? Так, ты где, куда ты делся? Блин, там еще один стоит, сюда смотрит. Чух-чух-чух-чух-чух.
Фу, вроде спалились. Проходим, никого не замечаем. Осторожно, спокойно, не палимся. Тихо, 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 не поворачивайся сюда. Фу. Так, и что нам теперь сюда, что ли? Ой, 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 ой. Проходи мимо, не отсвечивай. Так, ну, видимо, нам сюда. Нет. Блин. Сюда, что ли? Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо, ты меня не видел. Тихо, спокойно. Блин, куда я бегу, не глядя? Ух, блядь. Сука, хоть какое оружие бы дали, а? Ну все, сейчас меня кончит. Все, хана, походу. Блин, а что ты бегать-то перестал? Он за мной ходит, нет? Блин! Что еще? Ну все, хана. Остановите его. Стреляйте в него. Бежим. Наверное, в ту дверь надо было. Фу. Ну чё, это как, засчитается за побег? Стоять. Тихо. Откуда это мне сказали? Рассредоточиться! Как он меня заметил-то вообще, блин? Откуда? Кто, где, что? Так, откройте дверь. Не поддается. Так, ну может я через эту щель кого увижу? Тут вроде никого. Никого, может они ушли? Да блин, запрыгивает. Ага. А это что такое лежит? Патроны. Патроны — это хорошо. Еще было из чего их выпускать. Так, кто топчется тут? Блин, я сейчас умру. Блять. Виляем, петляем. Ох ты, блин, а. Это, по-моему, самое корявое прохождение будет, которое вы видели. Блин, куда бежать? Вот забор, давай с забором спрячемся. А, собака. Ну, может, меня тут не надо? Исчез, да. Уходи. Так, давайте-ка подлечимся пока. Вроде как успокоился. Ох, что ж такое, а? Что-то не дохренали их тут. Понасували, учитывая, что тут так неудобно в стелс ходить. Стой! Где, где? Как ты меня это увидел? Это довольно подходящее место, где можно спрятаться. Сверху, что ли? Ну мне хана. Ну мне хана, все. Так, давай пройди сюда. Тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Откройте дверь. Не открывается. Да пошел ты, блин, своим голосом педиковатым. Какого хера, а? Уильям! Уильям! Ради бога! Да без тебя проблем тут хватает. Боже, нет! Дурак ты, Вилли! Я же сказал, что тут небезопасно. Слушай, парень, я знаю, ты расстроен, но мне очень нужна помощь. О, да, это точно. Ты тот чужак, за которым они всю ночь гоняются. У тебя нет ни шанса, незнакомец. Громилы Ордена будут повсюду. Канализация — единственное место, куда они не полезут. И поверь мне, на то есть причины. Обнадежил. С вонью я как-нибудь справлюсь. Хоть какая-то перемена после запаха тухлой рыбы. Да он не про вонь, по-моему, говорил. Ходят слухи о настоящем зле в темноте под этими улицами.
Может, отмеченные и есть дьяволы? Но они хотя бы нам знакомы. Ты когда-нибудь слышал о шоготах, чужак? Скажи мне, как попасть в канализацию? Да что ж ты похерист-то такой, а? Вас предупредили. По другую сторону от этого здания идет дорога к обогатительному комбинату. Там есть открытая канализационная яма. Удачи, чужак. Я не хочу в канализацию. Что за дебил этот, блин, Джек Уолтерс? Ему прямо сказали, там какая-то хана ходит в этих канализациях. А он все про вонь твердит. Так, братюнь, у тебя ничего нету для меня? Да. Давайте сохранимся. Так, ну и с Богом пошли дальше. Мне по этой, что ли, подниматься? А, сюда, наверное. Так, я надеюсь, здесь больше никого нету. Так, что у меня со здоровьем-то вообще? Вроде все хорошо. Ладно, хоть здоровья хватает. А то это было бы вообще, блин, опять улица. Кто-то ходит, по-моему. Куда загаситься? Не лучше ли нам искать его на улицах? Так, двое. Я сейчас выйду, они меня увидят, скорее всего. И что же делать? Ну, я выхода другого не вижу, кроме как, собственно, идти в противоположную от них сторону. Вот так вот потихоньку. И вроде как получается. Блин, жутковатое место. Так, ну давайте поднимемся. Я думаю, уже достаточно далеко от них. Тут у них какой-то Red One стоит. Тут хорошее место спрятаться. Так, ну это мясокомбинат, я понимаю. Вон туши висят говяжьи. Блин, жуть-то какая. Я надеюсь, тут никого нет. Вон он ходит, собака. Так, и что? Что мне? Как мне? Блин, надо в машину сесть и уехать к херам отсюда. Так ведь нет. Сценаристы не разрешили. Так, а есть идея, ну-ка. Она обеспечит мне отличное прикрытие, только если я сдвину ее с места. Понял, понял. Так, вон там подпорка под колесо. Давайте-ка попробуем ее. И сейчас ты без меня не укатывайся, только, пожалуйста. Блин, она здесь не увидит меня, пока я в нескрытном режиме. И чё? Наверное, это была не самая лучшая моя идея. Да ты вообще полон дурных идей, блин, Джек Уолтерс. Нихера не. Тент не прошибут случаем? Ох, блин. Ой, тихо, тихо. Тихо не стрелять. Ёп! Далеко уехал, далеко. Дайте ему уйти. Куда, куда, куда валить? Да чё? Чё как? Где, почему, зачем, кто я? Блин, всё закрыто. Уничтожьте его! О! Крепкий на вид железный пол. А, ну я понял. Такое уже делал в Half-Life, по-моему. Так. Опасно. Руку сейчас отхерачит просто. Так, ну тогда... Эй! Тихо! Да, блин. Все, уходим отсюда, к чертовой матери. И мы в канализации. Про которую местные люди, которые здесь живут, ничего хорошего
сказать не могут. Это обнадеживает. Очень, я бы сказал, обнадеживает. Блин. Тишина. Кто там смеется? Или плачет? Ой, блин, насколько уж тихо. Насколько уж кондемнат было стрёмная канализация. Но здесь что-то вообще адовый какой-то. Извините, пиздец. Да кто там, блин, что за ребенок? Давайте поможем. Я не могу нормально думать. Персонаж страшнее, чем мне. В трубе, что ли, я не пойму? Я не знаю, зачем я здесь. Эй! Нет, постойте. Мой отец знал ответ. Кукла? Я позволил ей умереть. Это кукла той девочки, да, меня которую порвали? Меня преследует. Порвали? Кто тебя преследует? Мама сделала мне страшно. Почему ты дал меня убить? Почему я тут оказался? Блять, да что происходит? Очень больно. Мне тут не нравится. Я скучаю по папочке. Тут так темно. Блять, уходите отсюда. Так темно. Я не хочу умирать. Я думаю, это все так странно из-за кривой локализации, что ли, я не пойму. Но по идее, конечно, да. Это да. Так, это что за... Что это?